Славянский район стал участником краевой патриотической акции «Эстафета памяти». В мероприятии приняли участие школьники, студенты, представители общественных организаций. Акция проводится уже не первый год. Ее цель – патриотическое воспитание молодежи на героическом прошлом своей страны, а также сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. Свеча памяти символизирует память всех нас. Весь народ России о том, что мы помним и гордимся подвигами наших отцов, дедов. И сегодня, передавая из района в район свечу памяти, мы надеемся, что эта акция будет вечно проводиться на территории нашего края, потому что нельзя забыть историю. Стартовала акция в феврале этого года в Новороссийске во время проведения памятных мероприятий «Бескозырка». Несколько месяцев сборные отряды постов номер один передают лампаду с горящей свечой от одного района к другому, как символ народной памяти, неподвластной времени. Шагом марш! Кругом! В парке «40 лет Победы» на торжественном митинге славянцы передали свечу памяти, полученную от Красноармейского района, волонтерам Победы Темрюкского района. Последнюю эстафету примет Краснодар. Акция завершится 22 июня, в День памяти и скорби. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».